приветствую зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем контейнерную площадку для мусора. Будет 4,5 метра. Приступаем. Продолжаем монтаж контейнерной площадки. Полностью обшили торцы профлистом. Покрыли поликарбонат, закрепили на уголочек. Лески что-то пропадает. Сейчас будем ставить. Все, закончили монтаж. Контейнерная площадка. Габариты 1,5 метра в глубину. Высота 2,40. Длина 4,5 метра, шаг 1,5 метра под бак. То есть здесь под два бака секции и секция КГМ крупногабаритного мусора. Все, вся конструкция свалена из профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40 и 40 на 40. Цвет 7004 полимерным порошковым способом, серенький. Зеленый профлист, все обшито. Поликарбонат 4 мм, тоже зеленый. Уголочки обрамления. Сзади уголочки. Значит, основание, крепление к основанию асфальт. Пробурено, забита арматура и привалено. Все мертво, четко закреплено. Какая красавица. Контейнерная площадка. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!